Разбор задней крышки спинки на Audi A5. Ну вот крышечка. Здесь ручечка с кнопочками и подголовник электрический. Очень сложно снимается. Тут есть пазик, чтобы поддевать его. То есть вот такого плана. Снизу подсовываешь отверочку и можно поддеть. Но очень сложно. Я его сбоку, то есть отсюда отверкой поддел его. И тогда только вышло. Очень сложно выходит. То есть оно фиксируется там очень прям хорошо. Ну, главное, что не сломать. Вытащить все аккуратненько. Все целенько. Обратно проверил, защелкивается. И опять снимается. То есть здесь пазик есть. По сути, вот он сюда заходит и раз его выдавливаешь. Но оно соскакивает. Очень сильно оно зацепляется. Углубление там большое. Там аж совсем глубоко заходит. Очень тяжело выходит.